На прошлой неделе в Бердске состоялось городское торжественное мероприятие, на котором выдающимся горожанам вручили свидетельство о занесении на доску почета. Еще несколько свидетельств вручили берчанам в начале 9-й внеочередной сессии. После этого депутаты перешли к рассмотрению вопросов. Увеличение ассигнований за счет средств областного бюджета на 2022 год в сумме 412,6 млн рублей. Увеличение ассигнований на 2023 год в сумме 246,3 миллиона рублей и увеличение ассигнования на 2024 год 50,8 миллионов рублей. Здесь можно отметить, что положительный момент, что экономика показывает динамику положительную. Мы видим, что увеличение налога на доходы физических лиц у нас плюс 44 миллиона. Остальные мы суммы также разобрали на комитете по бюджету постатейно и вопросов у нас не возникло. Нами внимательно проработаны были все и доходные статьи, и расходные статьи. При этом особое внимание было уделено дефициту бюджета, который на сегодняшний момент при внесении изменений составил 177 миллионов. Но пускай вас эта цифра не пугает, потому что у нас есть изменение остатков средств на счетах в сумме 168 миллионов рублей. И действительно наш дефицит не превышает 10% утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета. Кроме того, народные избранники рассмотрели вопрос о частичной замене дотации городскому бюджету на выравнивание бюджетной обеспеченности дополнительным нормативом отчислений от НДФЛ. Третьим вопросом в повестке стало внесение изменений в положение оплаты труда муниципальных служащих. Уточнены нормативы в соответствии с произведенной с 1 июля 2022 года индексации должностных окладов государственных и муниципальных служащих на 10%. Увеличен размер базового должностного оклада денежного содержания государственных и гражданских служащих Новосибирской области с 2927 рублей до 3220 рублей. Увеличен коэффициент кратности по должности консультанта с 1,54 до 1,65. Увеличен норматив ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин муниципальных служащих. Решение по рассмотренным вопросам бердские депутаты поддержали.